wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Готов, да? Да. Ой, вы гости, господа! Вы откуда и куда? А чего так нарядились? Да. А чё в том чемодане? Чё? Опа! Опа! А зачем в карманах мани? Чё приехали сюда? Невесту собирать. Мы хотели у вас невесту взять. Наша девушка живет. Вот жених наш золотой. Так, вот как у нас все завертелось. Вам жениться захотелось? Да! А кто из вас двоих называется жених? Я. Ты жених. Чтоб невеста, сидя дома, голос слышала знакомый. Ты ж женек, уж не стесняйся, Лиденьки, в любви признайся. Крикни громко, не то я, Лида, я люблю тебя. Ну-ка, Лида, там... я люблю тебя! Ну-ка, прокричи троекратно о своей любви. Лида, я люблю тебя! Лида, я люблю тебя! Значит, верно, ты пришел, не соврал, судьбу нашел. Нужно дальше вам идти и невестушку найти. Но для начала конкурс мой пройти. Чем занимается большинство молодоженов в первую брачную ночь? Деньги считают. Правда? Да? Прошел уже, да? Деньги считают. Друзья молодых, которые являются очевидцами всего, что происходит на свадьбе. Дружок и дружка? Правильно. Документ, который напоминает супругам, что они женаты на случай, если они забыли. Что так тихо, я не пойму. Громче, давайте. Его ловят, за ним подпрыгивают, за него даже дерутся незамужние девушки на свадьбе. Букет. Те, кого засылают к невесте и кого невеста может отослать. Сваты. Что-то жених ты скромненько. Что ворует на свадьбе у невесты? Каблук. Каблук? Каблук. Денежная давайте взятка на свадьбу за невесту. Денежная взятка на свадьбу. Бейк. Самое невкусное, но тем не менее приятное слово на свадьбе. Нет. Ажурная накидка на голове невесты, которая символизирует чистоту и невинность. Пота. Да. Прошу дальше. Теперь я здесь. Вы мне должны пропеть, ну ладно, хотя бы проговорить оду невесте. Вот смотрите, у меня тут есть вот такие слова, а ты сюда должен, ну, не вписать, а хотя бы сказать. А дайте мне ручку, есть ручка? Сяду. А, я думала, а куда пошел? Эй, куда пошел? Держи его. Ладно, давайте просто скажем. Вы умные, давайте придумывайте. Нет там подсказок. Со словом душа, что вы можете сказать? Сюда, душа моя. Как ты? Хороша. Угу. Моя красота. Мечта моя. Моя мечта. Моя мечта. Всегда прекрасна. И страстна. И страстна. В моем сердце твое место. В моем сердце твое место. Мама тянет. Ты моя невеста. Будешь всегда ты зайка. Будешь всегда ты зайкой и в доме хорошей хозяйкой. В доме моем хозяйкой. Можно и так. Много будет ласки. Жить ты будешь в сказке. Жить ты будешь в сказке. Очарована мной. Ты одно очарование. Ты одно очарование. Приглашу тебя я на свидание. Ты мое творение. А я у тебя загляденье. Молодец. Все, всем спасибо. Мы пускаем дальше. Проходите, гости, дорогие. Ты скажешь, на метод, ну, что ли? Привет, жених. Ну, привет. Ну, много. Смотри, любимую свою целовал? Целовал. Губы знаешь? Знаю. Точно? Там еще неугаданный ответ, Саша. Проверим. Ну, давай. Что не угадал, как бы заплатить придется. Ну, ты сам понимаешь, что не все просто так у нас. Какие твои любимые губы-то? Ты можешь присмотреться поближе, если вдруг... Да, можешь на ощупь, на так вот... Слониться. На размер. Ты попробуй. Жених, а мои найдешь? Наверное, вот эти вот. А, хватит.
Угадал, да? Мы без коробки. Она не настоящая, мы такую не принимаем. У нас такие деньги. Вот что это такое? Нет, такую не берем. Давай, мы только по-настоящему. Нет. Точно настоящая? Проверь. Акцизы, все нормально? Попытка. Хорошо, вот прям смотри, хорошо. Такие должны быть. Вроде не маленькие, но чуть-чуть нет, побольше чуть-чуть. Вот хорошо подумай. Может даже лицо отпечататься. Нет, ну опять няня. Ну это же большие, но у нее же чуть поменьше. Да, ты говоришь, знаешь губы. Че ты не знаешь? У нее маленькие. Да вот зажимай глаза, когда целую. Давай, ладно, это пускай будет за два поцелуя. Хорошо, давай, ну. Ну я тебе прям уже прям подставила их. Ну что ж такое-то, а? Нижний? Ну наконец-то! Ну так можно поцеловать, попробовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, жених. Здравствуйте. Проходите. Как известно, девочки любят ушами. Сейчас мы проверим, насколько ты готов, наша Лиде, делать комплименты. Ну, глазами. Покажите. Ну, это уже, наверное, другой конкурс. Вот тебе ромашка. Каждый лепесток, выбираешь одну букву и говоришь комплимент Лиде. Да не думай долго, давай. Неповторимая. Неповторимая, ладно. Дальше. Интересно. Очаровательная? Очаровательная. Ну, ладно. Женька. Интересная, я разносила. Так, интересная, хорошо. Страстная? Страстная. Личный комплимент. Дальше. Великолепная. Великолепная. Добрая. Добрая. Быстро. Это не про тебя же. Интересный комплимент. Для девочки. Про себя рассказывай. Принято. Пожалуйста. Нет, да побольше скажите, побольше. Да побольше. Ну что, давайте. У нас побольше. Побольше, давайте, побольше. Побольше. Побольше, правильно. Пустим, давай, не пропускаем. Вот еще одна подошла, конфеты, давайте, давайте, конфеты. А вы думали, держи хорошо. Все, пойдем. А, как насчет портрета, давай, сейчас поиграем в гадалочку. Угадаешь, значит твоя, ну что, короче, что угадаешь, что твое имя будет вообще? Да, посередине. Точно? Может, я хорошо можно? Да, давай посередине. Или вот это? Нет, посередине. Смотри, как, ну похоже. Не она, что ли? Кстати, между прочим, похоже. Нет. Точно не она. Ну ладно. Ну, наверное, может это? Нет. Ну ты хорошо подумай. Ну что ж такое? У нас все есть. Ну, наверное, это. Ну, вот это. Прям похоже? Да. Ну, наверное, не она. Тоже, наверное, не она. Ну, значит, вот это вот все-таки она. Похоже? На, возьми себе на память. Ну, что, жених наш дорогой? Ну, попробуй, проходи, забирай свою любимую. Разбегай. Можешь с разбега, можешь на коленях, можешь, ну, как хочешь. Где же ты? Родная. Не привидение! Это не она! Ну ты дай тебе подумать, Нинечка! Да это она! Это твоя! Да не она! Да твоя! Она слева! Поднимай поту! Да, клопанка, не ходи! Это она! Да ты проверь! Разжилуй сразу, Женя! Целуй, целуй! По рукам вижу, не она! Да ты подруга! По рукам вижу, не она! Открывай, открывай! Ты будешь смотреть! Вдруг понравится! It's the goal of your heart. Close your eyes and you will find. Забираешь? Забираешь?
Татушка, смотри, потом не возвращай. Гости дорогие, проходите к столу, закусывайте, выпивайте за... Да, забудьте вам давать. Теперь уже за вашу. Еще не за вашу. Интересно, уже наша. Сейчас я Вспоминаем вас на долгие-долгие лета, чтобы вы жили дружно, в любви, чтобы у вас дети были по любви, и чтобы у вас все было хорошо-хорошо. Благословляем вас, деточки наши. Счастливого вам пути в вашем жизненном пути. Будьте счастливы. Вперед! Here I am. In the land of the morning star.
Связанные невидимые нитью времени — это нить, связанная
Вас, Лидия Игоревна, ваше взаимное согласие дает мне право ваш брак зарегистрировать. Прошу вас поставить подписи в записи акта заключения брака. Пожалуйста.
Maybe you can make a change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all those questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone's calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe you, maybe I, maybe you. Just dreaming sometimes, but the world would be cold without dreamers like you. Maybe I, maybe you are just soldiers of love, born to carry the flame, bringing light to the dark. I will.
trying.